4 года назад по инициативе Минздрава соцразвития республики начал работать социальный портал. Он объединяет в себе данные о социальных учреждениях Чувашии, информацию о льготах, пособиях, пенсиях и других мерах государственной поддержки. О том, какие еще интерактивные сервисы включает сайт, в нашем следующем материале. Здесь и тематические баннеры, и ссылки на сайты, через которые можно попасть на профильные министерства России и Чувашии, порталы госуслуг России, органов власти Чувашии и другие. У каждой организации своя страница с контактной информацией. Любой человек может зайти на социальный портал, выбрать определенную рубрику, допустим, поддержка семьи, материнства, детства, там, поддержка инвалидов, социальная поддержка. Вся нормативная база, вся расписана, значит, в этом определенном баннере. На социальном портале, официальном сайте администрации города Чебоксары работает и социальный калькулятор. Любой житель республики может им воспользоваться и узнать, какие меры поддержки ему полагаются по закону. Социальный калькулятор очень прост в использовании. Для человека это доступно, да? Где я живу, в каком доме, какая у меня площадь, сколько я плачу за квартиру, какой у меня доход. Вот эти все параметры вводятся в компьютер, в социальный калькулятор, и программа рассчитывает и говорит, да, ваша семья имеет право на площадь. Субсидии. Пожалуйста, приглашаем в отдел соцзащиты по месту жительства. Приходите, и выплата вам будет назначена. Каждый день сайт посещает в среднем более 2000 человек. Только в этом году зафиксировано около 20 000 обращений. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.